Первое клонирование живого организма в Западной Азии. Первые успешные опыты по клонированию животных были проведены в 1960-е годы английским эмбриологом Джоном Гёрденом в экспериментах на шпорцевой лягушке. Первая рыба была клонирована в 1963 году китайским ученым, но самым известным клонированным животным в мире, конечно же, является овца по имени Долли, клонированная путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Долли стала генетической копией овцы-донора клетки. Иран же стал первым государством в Западной Азии, осуществившим исследования в области генетического клонирования. 30 сентября 2007 года иранским генетикам впервые удалось клонировать млекопитающее. Овца по имени Руяна, клонированная в Институте генетических исследований Руян, была получена с применением новейших биотехнологий и прожила 145 дней.